Так. Что там, 30% РПБ на ретрика, говорят, надо? Кап-кап, 30, именно 30. Ебать, я сейчас просмотрел, сколько пробуждений древних прокает, нахуй, под стаками, это пиздец. Сколько, 258 тысяч, нахуй, хило. А, ну ты под стаком. Мирай, а где ты уже проебался? Господи, ты, блядь, ребенок, нахуй. Дайте шкаф. Когда мама одного оставила, ты с дивана ёбнулся. Это хуйня, надо кому-нибудь? Ну, шкаф, сманите его. Шкаф с обмена наш. Ладно. Блядь, я не хочу. Я думал, что жезл. Сука. Будет шипы, да. Похуй. Бля, ну я за 10 хотел забрать, так нечестно, нахуй. Блин, Рош. Ну такой же. Бать, ебать. Вот он, ты пророк. 10 тысяч это не стоит дерьмо, да. А почему он бисовый? Ну блин, не хуевший пояс. Ну прям не сильно лучше, понимаешь? Ну, чуть-чуть. Я, по-моему, за 14 забирал. 10 тысяч не стоит. О, ничего, еще вам самим выгнать. Вот хэмовский, да. О, опа. Колечко. На распыл. Пятерик сниму сразу. Это была шутка, сахар. Феникс, за мне не нужен этот шип. Трофл. Даже без сокет. Вот. О, кулка. Видишь? Все в мое, все. Если о, ну. Ну за 11, блядь. Кулка, мем, плеч. Не, плейбой, плейбой. Он на мейнже. Так, блядь, что это за один ставка? Такой ставки нету, блядь. Он первую десятку поставил, все, похуй. 11. Пойму похуй. 10 и 3 четверти. Плейбой, нахуй. Смотри, у меня есть лучшая ставка. В центр сводите, милики, отходим сразу. Смотри, бисовая ставка. А я тебя не успеваю выйти. Это мне? Что, не мне? Ой, если с этой чтобы даться. Ну. А если вот так сделать, что будет интересно? Будешь анколиком, да, там нет этого сцены. О. Блять! Ну это хуйня. Он драбмен. О. А че там посмотрим? Запись метрости. Полупокеры. Капитан артиллерии. Где это? О, нет, я чуть не погиб, пока к тебе дошел. Шишки. Эх, запы топовые, только жалко. ЕП у меня нет. Кримским камен. Войд. Без тени. У меня просто ПБ, я хотел бы их в РПБ забить, а этим он поле попоставит. Это нормально. Войд, бери за десятку. Все, взял, ебать, сейчас складывать не будет, ебануться. Это песка, Войд. Сейчас попрет. Какой 5К? Токен положил женщину к нему. С этой хуйней отвечаю за танчик. Ладно, у хилов не буду забирать. Забирайте. Три, два, один, пристань. Рыбок, я ж тебе резал. Ты шо? Чё, 10? Пристань, а ты ими слово хуй в ГБ выкладываешь? Вот это мне нахуй. Нет. А, кома бери, а кома бери. Чё там сделали? Плащ. Каждый раз берешь их. Да. Я один раз взял фласки и тот, потому что бабочки. Бля. Море прям надо. Слышишь, Вэмс, а я не буду по мане проседать, если я буду без духа для МДЦ-на? Ну, смотря какой у тебя геймплей. Ой, геймплей, щит, Молитва и спать. Ой, подожди, Вальмор, а чё ты... А, плащ, точно.
Я больше ничего не буду делать, кроме тысячи, блядь. Да не слушай. Я буду 8000 из ПД, но... Я Аквамен. Ещё буду с РДД-тринями, буду боль кидать, ибо они будут прокать нахуй, нормально. Не, смотри, ты можешь, короче, взять этот... да. Сейчас помню, как называется. Трубу, короче, кинуть дотку, и она будет стакаться все время. Проверено. Я вообще вечный холод стакал на ДЦ. Холи новый. Даешь, потом все ебашу. Плюс 300 ПД. Хватит у него конь, конечно, блядь. Ты ходишь с ним. Ты худой, блядь, смотри, блядь, не кормит его вообще. Он тебя с гильдии кикнет сейчас. Он им гордится вообще-то. Это маунт для везучих, богатых людей. Где? Не вижу. Прикинь, рофл бы был Кана. Сейчас бежит, он хуяк упал, что, не из глаза. Оттягиваешь неизбежно, там круги наворачиваешь. Хорош. Я просто смотрю на цифры. 105к. 130к. Был ханта на секунду. Ну, мне такой на 105 был. Сам залагал. Нет, все. У меня все нормально было. Эх, ладно, скажите, когда ты лагает. Да, они все ли загрузили. Ушел. Я просто смотрю, сижу на ТПС. Там по ИП Талик меньше 28 не уйдет, нахуй, да, шанс? Плакали печеньки, блядь. Я вот тоже, блядь, сначала тарик полутал. Я не нахуй печеньки. Нет, печеньки много дают. Да? Неплохо. Ну не за 15, хай, извини, ну, меня, блядь. Ну, там 16-17 ставки в прошлом рейде. Блядь, 2 недели ходить в рейд, нахуй, печеньку утащить, нахуй, нахуй. Это даже 3 недели. Да куда вам эти, блядь, ЕП нахуй девать еще? Типа шмотки взяли, ссылка один. Все. Действительно. Каждая шмотка на РДД по 15-20 тысяч уходит. Ссылка хэм же срезал. Не знаю. Все нам уже был на хуй. Стой, брать пока можешь, потом нечего будет. Бать, чисто вагон, минус 200 ЭП обломал. Так мы 24 тела, это вообще не считается. Мы убили все равно. Ну там убили, кто? Надо было раньше, блядь. Там бы спекнули Акуму, там бы побольше народу. Коп, то есть по спекал. Давай 200 ИП, если вы мишку нахуй не уроните, либо захилите нормально, да. В смысле, если мы захилим, так ты должен сам не умирать. Нихуя себе, ну ты давай хули без хилов ходить, блядь. Дефайся. Ну, если тебя с дыханием будет ваншотить, то мы тут и причем. А с чего ты взял ваншотить? Ой, чисто 20 ИП, если без хилов затанкуешь. Сука, хейтер. Мне кажется, все согласны бы. Вы чего да обижаете, малыши? Сука, вот, ну-ка, фонарик, блядь, сейчас мы их разъебем, блядь. Щапка. 2 на 2, быстренько на арену, кто пойдет? Так, зритель, нахуй, там, молчи, сиди, нахуй, в монитор втыкай. Вред не ходит, но пиздит, а? Медведь с протопалом, любой сетап разъебем. Реально. Да. Реально. Хейтеры завидуют просто. Вы скажите, когда вы в Риге будете, чтоб я не регал. Чуть про шмандовку не садится. Можешь на остров и на кротке. Боится медведя, нахуй. Чисто висит. Поэтому не садится. Смотри, как красиво висит, еба. Красота. 200 ЕП за это. Если зайдет в комнату. Конвульсии, доха, летучие мыши, блядь, какие-то красивые. Давай вначале инста уведем, дракон. Давай. Лосать в портал будем, да? Не, мы будем потихоньку спускать. А, блин. На кораблях максимум собираем. А, нет. Верхний ярус. Кстати, Швепс, почему? ШВД по-разному кадышится, я просто не шарю, но... Стоп. Да я тоже не знаю, что они там понаделали. Нет, он заметил, иногда в тютельку нахуй, 3 стака, да? Иногда, блядь, ШВД просто... Да. Тебя, блядь. Слушай, я не знаю. И я причем заметил то, что когда только поменяли Т4, он стакался на полсекунды быстрее. Да, да, теперь, блядь, ШВД просто в КД, и что-то не нахуй.
У тебя 300 на 50 год, нахуй. Хотя там написано 4.50, типа, ну, типа, должен быть фиксированный. Нет, дело в ЧВД. Сейчас дамаг будет порезать. Ну, там написано, каждый 4.50 стак. Нет, я имею в виду не в этих стаках, дело в самом ЧВД, но оно как-то, блядь, блядское какое-то. Не, оно стакается всегда 12 секунд. Ну-ка, поскольку вам урона идет, посмотрите. 300, 7700, 9500. Ну, это по мне 5000. Блять, надеюсь, этот гид хотя бы на синдре нормально может похилить. Кирилл. У меня, короче, созрел вопрос. Он, наверное, не слышит. Зачем, типа, нам брать замену, если мы full inst проносим 24 тела? Да, мы сейчас уйдем, просто чтобы КД не вешать. Да, так зачем тогда замена? Потому что на завтра хуй знает, сколько человек придет конкретно. Из-за этого. Если бы он знал бы, наверное, что будет завтра полностью рейд, полностью замена. Хорошо, так а зачем тогда замена? Ну, сегодня же замена получит ИП. Никто никого на замене нет. А, да, так. Да где этот талант с ШВД, сука? Ветки. Внизу, в самом. Это вот. Стоит нас, не кормит РЛА. Во, это у тебя какие профы? Там хватает людей, которые могут поставить рыбу. А в том числе рыбу? И ты. Потешь? У меня нет. Скажи, ничего не важно в ГП. Нельзя мне. Я очень авочная личность. Могу все нахуй туда потратить. А чё ты саппорт на зап не сделаешь? По кайфу ему так. Ну, посмотри. А, все вижу. А на голову. Все, давайте, арчи на полумах, поехали. На реслину фан на полуне. Каску дайте окам. Каску обновите по окам. Че, реслин или я танчусь? Да, реслин. Реслин. Да, ля, хитрый переоделся в саппорт шмот, смотри. Блять, ну, блять, вон. Реслин, вот все, пуляем, короче. Реслин, вот сюда вот встань прям. И тут лужу разлей, потом повернешь. Рано лужу разлей, вообще закончится. Разворачиваем. Крылья, да, и набираю громкость. Вот. Он бежал. Метки сейчас аккуратно выносим. Я метки не ставил. Просто приблизительно 5 меток, как обычно выносите. Пункова ничела, Мальнараш, Вепс, Вальмора, вынесли метки. Вальмора в центр. Вальмора в центр. Угу. По центру падает. РДД по крайним играть. А у вас все паладинские ауры? По центру падает. Слева падает. Больше по крайним дайте. По крайней правой, которая, блядь, вторая идет по счету, ближней. Справа далеко падает. Разбились, как я порещу. Больше ДПС по склепам. Вот теперь. Мало даете вообще. Почему налет? А, налет стоит. На кас не вижу, но. А, есть тоже. Есть. Налет не было сначала. Нет, там втыкал. Особо с дёмка нахуй. Бежали. Нондру прохил.
киснет. Зеленку такой ебал? Мороженое. Ну, подай с баунтом, когда была. Ну, на брусе сдал. Пиздец. Ну, больно что-то, да, все равно. Да. Но у меня еще будет. Метки сейчас выносим. Глю, Ринда, Кунка, Пестен, Риди, вынесли мет. Рид левее. Глю, блядь, левее. Нормально. Нормально. По центру падает. По крайней мере, РДД играем. По центру опять. Правее чуть. По левой стопните? Да? Блять, заебись, вы разбили, справа падает. Аккуратно. Ну, нормально, нормально. Блять, еще чуть-чуть эту не разбили. Калькулейте, бля. Все четенько было, на втором. Лаги какие-то непонятные. Сумлисрейт так лагает, пиздец. Да, падал, вынесут. С базом перебанаем попадаем. Нам с тобой везет, да? Перехилай, блядь, по-прежнему. Много поражений, милики, не набирайте, там духуя хилов. 4 хила, все больше. Отбежали. Не успеем перевести поход. Вагоны. Не успели, нормально. Глю, звезда, сбрасываем сестаки. Звезда, встань. Отошли от звезды, сбрасываем сестаки. Блять, синрицу нахуй, Ридига, блять. Да, 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 под шишками или что? Реслин, прохильте. Рофлыч, дай БР по синицу быстрее. Обратно в центр выносим. Отошли. Прохил. Босса просто далеко от метки держите, и мы не достаем. Спрятали за склепом. Прохил. Ребафните рогу. Не добивайте склеп. Все, добили склеп. Протопару в крест, от креста отошли. По боссу играйте с ними. На ком освобожденка скидываем сразу. По склепу. Милики по склепу. ДД босс. Мульти. Звезда. Спрятали, скинули стак. Короче. Они... Прохилры. Тихо. Рофлыч, крест. Разбили склеп. Арислин, сейчас отходишь. Массакру дай, мульнараж в центр. Прячемся все притяжками. Не разбиваем сейчас склеп. Сразу нормально бьем. По склепу играть. Склеп разбили быстрее. В крест сразу следующий уносит. Андро, в крест. Геру дайте фул ДПС у нас. Будь здорово. Будь здорово. Так это чиф был? Глю, дай массакру. Мальмара в сторону. Здесь стака больно. Что, один из холок только упал, да? Потная хуйня. Изи коготок. Охуенно, блять. О, блядь, изи, две печеньки сюда. Полезли. Сколько стаков набрал?
20-ку нахуй набрал, потом время кончилось, хостелом. Бля, ну и дрочь. Забей, блядь. Кэмми дособираю. Что-то Настя невеселая. А где Вальки, блядь? Нет. Войт, можешь показать фунту? Гостет. Да. Сними рыбу. Ну. Не. Давай посмотрим, блядь. Войт, леща потанчишь, вереслин, шеркаря. Что там еще не добежало? Вереслин, глю, плейбой, бать, кринж, пристена, вальмора. Давайте, фастик. Пристена. Добежал, вижу. Фул баф дали быстрее. Вон рыба стоит покушать. Я запускаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Я не знаю, как они в Т4 хилят. В Т10 там было, блядь. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Знаю, надо смотреть пристан. Я уже давно не играл за хули пристан. Там типа в основной круг исцеления, то и каждые 6 секунд с памяти, поэтому остальное обновление диска. Да какой Арислин, блядь? Ну Синрицу, ёбаный в рот. Ой, блядь, тяжелый случай. Нихуя. Пиздец. Эдик, дай ПР по швепс. Рофлыч паринный. А, рофлыч когда еще? Хм. Шаркаря забери. Солидно, Настя. А, блять, забыл, что у нас еще один дар есть. Что-то я про Серегу забыл. А можно каску вместо кулака? Синрису, ты можешь на Войда пулить, блять, алло? Че у нас сейчас будет? Плейбой. 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 Ясно, блять. Плейбой, забей, возвращайся, нахуй. Блять! Да потому что, сука, нахуй, выносить сразу надо. Ёбаный в рот, нахуй. Она скакнула на меня, блять. Надо было диспелить сразу, нахуй. Ебучий, блять, плейбой, блять. Поздно заметил, что она в бафе на мне появилась, блин. Мулинраш. Да, я выйду, я выйду. Блять, мужики. Надо тоже снимись. Быстрей. Ой, бля, сейчас как только лич побежит, дай мне БР, пожалуйста, сразу. Прям сразу, как только лич побежит, БР. Беги, беги, беги. Не пробегу, нормально. А дайте бафы, пожалуйста. Не вливайте сразу там духов максимально. Бро, войду набиваем. Очень. Ребафните переста, паладина и рога на фул. Пока бьем духов, речь. Этот ада, позбивай сферки. Переста баф дайте, есть уже все.
красивый. Петель. Или конечно рожденный. Третьего заберешь, третьего, у кого есть неполный рисунок. Или в бездны карна, блядь, ты же два раза промахнулся. О, блядь, уродец. Ну вот это урод, пиздец. Не, на самом деле норм. Прибежали. Пизда-то нахуй. Хорош, миленький, нахуй. Реально хорош, блядь. Поминусовать немножко. Под босса стали. По валькам сыграли. Осквернение, разбежались. Ебать! РДД по малому кругу сейчас может сразу расходиться ранее. Конусом станете? Разбежались. С подвала уходим сразу. Блять, говорю, конусом станьте. Вали, блять, все в разные стороны полетели. Милики по печеньке. Ой, блять, РДД по печеньке, милики трусы ром. Вот по трусам больше дайте, стан еб... Ладно, сейчас сам пробью кидну. Ромбик добейте. Осквернение вынесли. Шли от Рима в центр или сейчас, да? Вернет, вернее, план. Под босс все стали за спину, сейчас вальки. Блять, ну вагоны нахуй. Что, блять, человек? Вернее, вынесли. Реслина бежали к нему. Берегитесь. Бо, за спину стали, отверни его. Угу. За спину быстрее. Будем переводим босса. Забили хуй на сквернение, босса переводите просто. Быстрее, блять, 1% трещу нахуй. Все отлично. Эма, массакра, быстрее прожались. Перебежали. Гимн на хп, дай. А, здорово, флыч, по сверка. Я сказал, блять, я не могу. Так, мне каст режется, не вижу на себе ауры. Агро. Смотрите аккуратно. Штаунтами забирайте. Кунка, блядь. Я закрыл. Опа, нифига симпатичный. Да? Сиськи. Чё, как ставим стажа Геру? Да. Ну, дух как раз доковыряем. Под Геру все равно. Ну, на той стороне, когда перебежим, да? Да. Не, прямо сейчас давай, Гер, прямо сейчас давай. Духа доковыривать. Кикнул каст. Не дам. Ну, спасибо, пацаны. Блять, прожмитесь, танки. Давай Геру похуй. Подожди. Так, осквернение разбежались, по краям оставим. От кунки отошли. Я поймаю. Переходим на ту сторону. Окей.
Ты нажим босс. За спину ставим. Блять, одного не спамаем. Поймаем с спиной. Да ничего, танки сломают, ничего страшного. Сквернение. Сейчас после духов должно быть. Ага, блять, заебись. Таймеры сбились, выбежали быстрее. Понял. Перебежали в ту сторону. Я next поймаю. Угу. А эти или которые next будут? Нет, эти. Окей. Малинраж прохил. Осквернение, разбежались, да, сейчас будет перед этим наш выпись. Окей. Сейчас духи будут. Не переводи, подожди. Дай духовую. Чё, блядь, таймера все по пизде пошли на. Ну если он такой, блядь, сюда. Единственного шамана уронили. А, наверное, из-за жертвы, наверное, блядь, это ебаный. Как произошло. Если в гере такая хуйня будет, будет неприятно максимально. Я поймаю. Добивайте босса. Сейчас сквернение будет, добивайте босса просто. Добивайте. Кунки диван. А что ж тебе? Понял, кунка. А, Пристина. Нет, я тебе крылья дал. Я себе крылья дал. Да, ну на. Да. Красавчик. Ну что, крылья совет разве? На предикте дал. Ну от ваншота. Ну как ревностные работают. Дай мне пушку, кусок говна на лечение. Не, это понятно, что не спасают от смерти, но я просто думал, вот эта хуйня шотает, ну вот, лечает. Да, там 900 тысяч, наверное, нанесла урона, его крылья спасли. Странно. Мне вообще без разницы. Самая сильная кнопка в игре получается. Ревностный должен так же работать, я. Раньше работал. Кто там веселит, нахуй сегодня вейпит? Кунка? Кунка. Ну это человек до 20 лет. До 20 лет. Почему до 20? Ну потому что школьники угорают по этой хуйне. Нихуя себе, мне просто лень кальян ставить, я вейп курю. Угорают? Ебать, смеемся, пацаны. Мне обидно сейчас. Ебать ты школьник, Редега. Да, коль я не ставлю, это комплимент. Нахуй, блядь, пиздец. Это комплимент, зато ты молодой, понял? Ну да. На сатире он мне первее. Блядь. Пердёж. За что две теренаски? Заебал. Это я первый жму. Палк. Два метра. Опа. Опять две теренаски. О, осколок. Меч, сука. Первый раз вижу. Больше не берем того ДК в рейд, ну и он нахуй. Да, я... Штурма, блядь. Да, вообще сколько заряд, охуенно, блядь. Штурман. Штурман, приборы. Этот штурман показал, где должны... Это хуйня надо кому-нибудь? Поснимайте, пожалуйста. О, пам. Дай нахила. Дай шлеп, у тебя есть. Ты херить будешь? Ну бери, в принципе, у меня там есть какая-то хуйня. У меня вообще никакой нет. Поезд. Ну, ДЦ-шку возьму. Бисовый пояс, Кана. Угу. Кристиана, мне. Травма. И началась битва, да? Не знаю, сойдет там? Бать, эти травмы уже солить можно, блядь. Угу. Да нет, это все четвертое пало. Или пятое. А на Престов нормально травмуемся? Хуй так. Кого на ненормально, господи. Я хочу знать, а это не правда. Не, ну только если тестить. Или совсем говно. Да не, обычка хуйня. Герская счет. Вы угораете там, блядь. Да, блядь, следующую заберете, господи, нахуй вот прям. Пойдите, забирайте. Блядь, каждый когда попадает. Шип. Нет. О, шип. О, это мое, нахуй. А танковские кто забрал запы? Так, Вельмора. Их не было. Их не было танковских. Мини-волонир. 5К?
Хаймка как только выйдет, я вообще не буду в бабычку ходить. Грудак на хули пал. Not bad. Минус неделя рейдов. Да какую неделю? Ты за целка до спальни получаешь. Ну. Я поиграл магика. Больше, и... больше, чем без половины. Швайпов вроде не было, или были, я не помню. На ребре. Нет. Так, хочу вот эту. А, на ребре точно. Не было. Там был шторм. Там был шторм. Недостойный. Там был штурм, поэтому... Войт вам, блядь, и этот нахуй. И две сотни засрал, и ребро засрал. Войт вам 400, закосячился капитально. Это сговор был, ебать, да ну нахуй. Просто пацаны расслабились, там ДК танчит, блядь. Одна кнопка, ноубрейн, блядь. В голове ниточка вместо мозга, блядь. ДК гея. Ура. ДК гея, по-любому. Если ДК гея вары, тогда кто? Самые пацаны, натуралы. Мужики. Ясно, блядь. Латентные геи. Давай я до эти два токена дам сразу. Даже три, блядь. Или подожди, больше даже. Три, да. Это гритвары говорят. Пирай, как что-то пишет, блядь. Воятель. О, хорошая пушка. Зачем ты на мишку воятель? Не, на мишку воятель, кстати, хорошая пуха. Охуенная вообще. Она охуенная. Ну и заметки чисто, блядь. Да, чисто заметки. Разрешает вопрос, господа, блядь. Вот сейчас ролил как мейнспек на сову, и сейчас как, блядь, на мишку. Так а кто он сейчас ролит? На кого? Ну, она никому не нужна. Мирай на офспек тоже ролит. Я просто сразу спрашиваю, может, мало. И там он на офспек ролил. Я гибрид, ебать. С трех спеков шмот одеваю и пиздец на БГ идут. Я вам помню такого бронюшу, который, блядь, три пушки забирал. Пункт описывай перчи за 5 соток. 5 соток? Какой мусор, блядь. Пункт все без японца, не блатует. Пиздец. Давай еще один, типа, следующий тоже за 10. Сразу два. Давай, блин, 3 у меня их. 3 ваток надо. А нет, даже 5 у меня их. Мне один мне тоже, два мне надо. Один тоже бы взял. Мне 51 еще. Ну давайте сразу с токенами доделаем. Дай мне минус 20 средяга. Ага, хорош. Мега хорош. Че, все 4, короче, да? Каждый по 10. Его иду 20-ку сними. Ой, это мин. А, 2 там или 4, что-то показалось? Ну 2, блять. Их 5 было в целом. В целом было 5, да. Это хуя никому не надо, да? Одеяние, письмо. И тузы. Где две штуки, да? Ну да, нету больше. Кунка за косарь. На этот себе в коллекцию, типа на трансмог. Кого, с грудь? Тканевую грудь, да. Так. Что получается? А Кумыч, мы завтра пойдем? Да, только поменяем это каны и все. А что это? У меня сейчас завтра. Сорян. Года тут разбирают. А, пошла война нахуй. А что, первый за десятку? С кого-нибудь с гильдии зацепим, или второй рванем? Первый за десятку шел, второй за косарь. Мирай говорит, я второй за 10 забираю, по ебокс такой, типа, отошел нахуй, все. Так, что тут осталось? Вот эта хуйня, блять, забрал бы на самом деле, то... Может забрать. Подожди, что надо? Да. Не, хуйня. Хан забирает, хуйня. А хорошая хуйня вместо островной шеи нормальная. Да я бы забрал на ханта, прям вообще изи. Да, на ханта. Поставь. Да, она не лучше, чем островная шея. Да ебал я в рот, это островное говно. Нормальная шея, охуевшая. Ну так что, кто забирает шею у нас? Хан, ты берешь? Шею. Никто не забрал, значит я заберу. Ладно, раз оба на офспек, то кидайте. А так за пятерик, ну, минимум.
Дмитрий. Я бы Дмитрию за пятерку забирать нахуй, да? Ну да, на инспектор, ну да. Да, на ханта бы эту шею, пиздец. Кирилл. Могу я пойти завтра с вами холли паунд, если роковому 4Т4, если сегодня выбью? Ну, наверное, да. Посмотрим. Я не знаю, что там по хилам будет во втором рейде. А что по хантам будет во втором рейде? Ты что, холли приз там сходил? Ну, я не знаю, ребята, блядь, что будет во втором рейде? Ничего, 20к, 21 батя. Нихуя. Там, парни, всем спасибо, всем пока. Батя, ну, все, ребят, спасибо за рейд. У меня золотом. Сори, я уже сходил, холли. Батя задушил просто. Вабанк, понимаешь? Он вообще пошел. Не, батя ну, опасный. Почему Теренаска дешевле уходит, чем... Но. Ну, потому что Теренаска падает чаще, кажется. Она уже... Кстати, в первом рейде она нихуя не чаще падает.